Как ты мог? Мам, ну я ж всего на 5 минут опоздал. 5 минут? У тебя сестра пропала! Я знаю, кто это сделал. Твою сестру украл Кощей. Ты верь мне, я леший. У меня сестра пропала, а ты тут стебешься. Здравствуйте. Василиса Прекрасная. Премудрая. Если я убью Кощея, то спасу Олеську. Отзови своего. Я же бессмертный. А как убить меня, никто не помнит. Ну правишь, братец, способ есть. Только возродишься ты не здесь, а в сказке. Ты чего добиваешься? Ему остался один шаг. Это его сестра, его мир. Кому же еще? Как же в вас верить, герой? Если вы сами в себя не верите.